Киллер, стрелявший в январе этого года в главу регионального УФАС, задержан. Об этом официально объявили представители Следственного комитета по Ивановской области. По версии следствия, незадолго до покушения обвиняемый приобрел самодельное огнестрельное оружие и патроны к нему. Утром 16 января злоумышленник дождался Боровкова у здания УФАС и произвел 4 выстрела. Предполагая, что жертва мертва, обвиняемый скрылся с места происшествия. Мотивы преступления, равно как и личность преступника, пока не оглашают. На сегодняшний день установлена личность злоумышленника, ему 35 лет. Было установлено, что после совершения указанного преступления, которому сейчас вменяется, он совершил преступление и был осужден за оборот наркотиков, за преступление, связанное с оборотом наркотиков, и отбывал меру наказания в колонии по приговору.